Погасить мусорный полигон и решить проблему раз и навсегда может только рекультивация. А это целый ряд сложных поэтапных мероприятий, которые нацелены на возрождение ценности земель для хозяйственного использования, а также улучшение экологической обстановки в регионе. Все работы по рекультивации делятся на технические и биологические. Вначале корректируется ландшафт, засыпают траншеи, рвы и ямы, почва разравнивается и при необходимости террасируется, возводятся гидротехнические и мелиоративные сооружения. На техническом этапе по бывшему полигону снует масса погрузочной и экскаваторной техники, самосвалы, тракторы, экскаваторы и погрузчики. Следующий этап подразумевает насаждение рекультивационных культур, многолетних трав, кустарников или деревьев. Полигоны, отведенные под вывоз мусора ТБО после проведения рекультивации, могут быть использованы для строительства объектов гражданского или промышленного значения сразу после восстановления. Для лесохозяйственных нужд и сенокосов через 1-3 года, под коллективное садоводство, выращивание фруктов и овощей через 10-15 лет. Напомню, что пока Серпуховский район, собственник территории полигона, не торопится разрабатывать проект рекультивации, оплатить который готов федеральный бюджет.